Сегодня во всех магазинах города будут проводиться проверки сотрудниками полиции и управления торговли. Главная задача – выявить, как работает на объектах торговли система безопасности. Если будут обнаружены нарушения, то полицейские совместно с прокуратурой могут приостановить деятельность отдельных магазинов. Председатель антитеррористической комиссии Анатолий Пахомов потребовал усилить охрану объектов жизнеобеспечения города. Это касается Кубанинерго, Сочи Теплоэнерго, Водоканала, Сочи Горгаза. Необходимо контролировать работу общественного транспорта, обращая внимание на подозрительных лиц и бесхозные сумки. Обязательны предрейсовые проверки и инструктажи водителей. Необходимо обеспечить жесткий пропускной режим в медицинских учреждениях. Продолжится проверка гаражных кооперативов, садоводческих товариществ. То, что произошло в Санкт-Петербурге, говорит о том, что этот терроризм, он активизируется, особенно к праздникам. И что нужно быть внимательными и бдительными. Везде есть камеры, везде есть все технические средства. Но может не хватить только одного. Человеческий фактор не сработает. Опять может случиться так. Да ладно, как-нибудь. Поэтому эту работу необходимо активизировать. Немаловажная роль в предотвращении терактов отводится общественности. Глава города просит самих горожан проявить бдительность. Обращать внимание на тех, кто снимает жилье и вызывает подозрения. Особенно в канун праздников всех домкомов просят проверить чердаки и подвалы. Они должны быть закрыты.